Доброе утро. Сегодня уже день. О, не спится, конечно, на месте, где вы вдвоем засыпали в обнимку постоянно. Не спится вообще. Не укладывается в голове все то, что происходит. Я просто в это не верю, кажется, что это сон. Вот, кстати, вот у этой стены мы были. И смотрите, она гипсокартонная. Если я чуть посильнее ударю, у нее будет вмятина. Как думаете, от головы были бы здесь следы? Я вообще так подумал, что раз уж она решила хайповать, давайте это просто по-честному сделаем. Может быть, посадим нас на детектор. Обо всем поговорим, обсудим, поймем мотивы. И что было, а что нет. Скажу вам о своих предположениях. Знаете, вот если бы Элька увиделась с мамой, например, то все было бы по-другому. Я вам точно могу сказать. Но она увиделась с Лизой, а Лиза по такой схеме она уже действовала. Уже так хайповала, так было с Безусом, она растоптала его просто в порошок. И положение дел, знаете, какое? В жопе она. Ни денег, ни актива, все по нулям, ни мужика, ничего абсолютно. Я не потому, что сейчас стараюсь пройтись по ней, я говорю абсолютно объективные факты. И вот именно такой исход был максимально выгоден для нее. А то, что Элька ведомая, ну вот такая история, да.